наряд, нам готовы уже представить команда КВН «Квартет». Вы нас не ждали, а мы приперлись. Команда КВН «Квартет». Я знаю, что нужно делать, чтобы быть первыми. На первый, второй, раз считай. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Вторые номера. А ну пошли вон отсюда. Теперь мы первые. Кто вчера смотрел фильм ужасов? Ну я. Так, иди убери за собой. А тебе смешно, да? Сам с утра до ночи в компьютер пялишься. А я, может, там работаю? Ой, знаю, как ты работаешь. К тебе как не зайдешь, на рабочий стол смотришь. А где эти пафосные? А у них отдельный выход. Пафосный. Это никуда не годится. Ваня, смотри, что нашла. Физрук, походу, посеял. Остановись-то, бейба. Ваня, что с тобой? Мне нужна ваша одежда. А сегодня квартет идет в кино. А на что мы пойдем? А мне нравятся мультики. Попробую угадать твоего любимого персонажа. Это Микки Маус? Как у тебя это получилось? Да не расстраивайся ты так. Вон даже политики и те мультики смотрят. Представьте себе, мэр Киева Виталий Кличко смотрит популярный мультфильм. Привет, Наша! Помоги Даше найти крокодила. Вот он! И где же крокодил? Вот! Ну и где же крокодил? Да вот он, вот он, порыло! Ожидая сеанс, мы можем прогуляться по развлекательному центру. Представьте себе, Николай Валуев решил сыграть в боулинг. Да уж, хорошо посидели. Замечательное заведение. А сейчас меня бросит парень. Я тебя бросаю. Димасик, останься, я буду чесать тебе за ушком. Чуть не повелся. Еще свободней. Среди великих супергероев мира, Бэтмена, Спайдермена, Супермена, есть наш тимошевский супергерой Сармен, гроза всех КВНщиков. А наши пацанчики Калек и Ванек смотрят фильм. Чего за бред? Ему какие-то носки в рот засунули, а он их выплюнуть не может. Зырь сюда, смертельный номер. Я сейчас носки себе в рот засуну и выплюну. Да ты гонишь, братишка. Если такой умный, давай фильмы снимать. Давай. Бабосиков нарубим. Звездонутые войны. Эпизод первый. Эй, мелкий, сюда подошел. Мобильник тебе не нужен, это. Эпизод второй. Ты меня не победишь, со мной сила. А в чем сила, брат? Эпизод третий. Лея, я люблю тебя. Ты готов услышать «нет»? Нет, Хан Соло, мы не можем быть вместе.
Слышь, Лопущок, кто так с девушкой разговаривает? С девушкой нужно от души, душевно от души. Душой я покрываю. И отдельная благодарность за нему рядом. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Дорогие зрители, сегодня у одного из участников нашей команды день рождения. И мы хотели бы его поздравить с днем рождения! Для большинства команды эта игра последняя. Мы выступали от всей души. И этот зал забирает наши сердца. Для вас выступала команда КВН «Квартет». Встречаем! Есть ли жизнь после ЕГЭ? Давайте сейчас узнаем, как Лёша представляет себе взрослую жизнь. Если б я был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Если б ты был султан, ты бы взял нас всех, среди тысячи жен ты бы имел успех. Но может получиться и иначе. Небо поможет нам, небо поможет искать. Самый лучший день заходил вчера. Я не сдал тебе, плакал до утра. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метра воцарился жесточайший хаос. Счастье вдруг в тиши постучало дверь. Мне уже ты ко мне верю и не верю. Приснится же такое. О, а вас уже с дурдома выпустили? Что? Шучу, шучу. А с нами прощается команда КВН «Квартет».